Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Снегопад показал, что борцов за чистоту немного, а потому в Сочи планируют создать организацию, отвечающую за уборку города. Началась выдача паспортов болельщика Кубка Конфедерации. В Сочи свои персонифицированные карты сегодня получили 150 человек. На посту казаки почти 40 бойцов ежедневно помогают в охране российско-абхазского участка госграницы. Подготовка к первому звонку началась. С 1 февраля школы принимают заявления родителей будущих первоклассников. Решить проблемы берегоукрепления реки Пшиха и найти способы достроить брошенный спортивный комплекс. Такие поручения дал Вениамин Кондратьев во время визита в Апшеронский район. Внеплановая поездка губернатора привела к кадровым перестановкам. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Если коммунальные службы Апшеронска начали активно убираться на улицах, значит, едет ревизор. Горожане рассказывают, дороги и тротуары порой быстрее почистить самим. Мало тротуаров благоустроенных, нигде много сливов нет неорганизованных, поэтому, конечно, желает лучшего. У нас дороги нету 20 лет уже. Грязь, снег, плохо. Смотрите, как плохо чистят. Их очищают ужасно плохо. Чуть свернешь с центральной улицы, вообще не пройдешь ни по улицам, нигде. К приезду губернатора зачищать начали и стихийную свалку в центре города. До этого сюда долгое время свозили строительный мусор. Хотя компания, возводившая рядом крупный гипермаркет, обещала убрать площадку еще в прошлом году. Это место должно функционировать для людей, для горожан должно функционировать. И что здесь будет, вы должны сегодня уже понимать и пихать в шею тех, кто сегодня обладает этим участком. А здесь земля использоваться будет для строительства многоквартирных домов. Так пусть строят. Ну вот у них сегодня трудности временные с производством, они вот нам... Коллеги, но это не значит, что такой участок в центре Апшеронска должен стоять брошенным и превратиться в свалку. Это же просто само по себе неправильно. Это если здесь есть хозяин города, хозяин района, он никогда это не допустит. Заброшенным до сих пор остается и воздухоопорный спортивный комплекс. Открыться он должен был в прошлом году, но вместо этого остался недостроенным. А недавно во время снегопада обрушилась крыша здания. Теперь стоимость ремонта почти готового комплекса увеличилась примерно на 10 миллионов рублей. Он упал уже раз и навсегда. Коллеги, знаете, у нас просто дело в том, что чиновники не падают, а все остальное падает. 10 лет мы его строим. И каждый раз пираем очки. Поручение, когда это было дано, чтобы запустили этот комплекс? По поручению в прошлом году. Ну а почему не сделали? Леонид Иванович, за счет средств инвесторов нас подвели два инвестора. Так быть не может. Те люди, которые здесь живут, они надеялись, что в 2007 году, по крайней мере, через два года, дети, которым было в тот период, ну, лет, может быть, по 10, еще успеют сходить в этот воздухоопорник. А сегодня им уже 20 лет, как минимум. И никуда они не сходить не успели. Это называется жизнью. Не совсем хорошей. В данном случае в Апшеронске. И глава, вы все вместе, то есть вы за эту жизнь отвечаете. Ну, коллеги, ну не можете отвечать, не получается. Я понимаю, что хорошо получается на кого-то переваливать и объяснять, почему не получилось. Но от этого тем, кто хотел, но не пришел, которым сегодня по 20 лет, уже, знаете, как бы ни холодно, ни жарко. Люди устали слышать объяснения по поводу обваливающегося берега реки Пшиха. Вода постоянно подмывает почву. Несколько домов под угрозой обвала. Губернатор дал поручение решить вопрос, который уже в списке контрольного управления. Вниманием районных властей местные жители действительно не избалованы. На встрече с Вениамином Кондратьевым люди жалуются на качество дорог и отсутствие газа. На все то, чем должны заниматься местные руководители. В феврале месяце я к вам уже обращалась. По улице Урицкого проходит то ли канава, то ли канализация, не знаю, как это назвать. Обещали нам все исправить. Но вы этот вопрос губернатору задаете. Я согласен с тем, что этот вопрос я должен задать Андрею Евгеньевичу. Вопрос следующий. Ни губернатор, ни министр ЖКХ края не будет канаву делать в Обширов, в Хадыженск. Я все понимаю. Коллеги, это же абсурд полный. Это у меня вопрос на самом деле. Андрей Евгеньевич, ну как, если уже канаву невозможно сделать, и люди перепрыгивают через нее, ну что тогда возможно вообще сделать? Все, что сказала Любовь Константиновна, на самом деле все было сделано. Осталось только выполнить два пункта. Это... Депутаты на ближайшей сессии в феврале месяце рассмотрят вопрос о выделении 1,5 миллиона рублей из дорожного фонда. Во втором квартале мы приступим ко всем работам.
Коллеги, понимаете, вот не может быть так, что власть живет по своему расписанию, а люди по своему. Вы тогда просто чаще с людьми встречаетесь, поверьте, будет результат. Хотя бы если вы объясните, что уже сделали и что осталось сделать, она бы здесь не встала бы и вот сейчас как бы не выговаривала нам то, что на самом деле не должна выговаривать, а четко знать, что она будет иметь через месяц, через два, через три. Глава региона признается, со своего прошлого приезда в Апшеронский район структурных изменений не заметил. Район сильно зависит от крупных предприятий, которые сейчас испытывают трудности. А вот условия для малого бизнеса создавались не так активно. Район поднялся с 17 места на 12 место в краевом рейтинге за прошлый год по темпу роста социально-экономических показателей. Скорее всего, по цифрам это хорошо, так оно и есть. А по жизни вы вокруг себя эти рейтинги не ощущаете. Почему, если экономика растет, то жители на себе эту экономику в карманах, в зарплатах не ощущают. Поэтому от того, что я буду говорить, как сегодня хорошо где-то, пока вы вокруг себя это хорошо не увидите, вы меня никогда не услышите. После встречи с общественностью губернатор отдельно пообщался с главой Апшеронского района. Он попросил Вениамина Кондратьева поддержать его решение уйти в отставку. Глава региона согласился с желанием Андрея Кравченко покинуть свой пост. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Апшеронский район. Несмотря на стихию, все службы жизнедеятельности Сочи работали в штатном режиме. Анализ работы сегодня провел глава города на традиционной планерке. В 30 раз больше нормы такой слой снега пришлось расчищать накануне городским службам. Залповый снегопад – стихия для любого города, тем более для субтропического Сочи. Тем не менее, с самого утра были вычищены все подходы и подъезды к социальным объектам – школам, детсадам и поликлиникам. Все они работали в штатном режиме. Справились со своей задачей и службы жизнеобеспечения города. Критических сбоев газа, вода и электроснабжения не было. К слову, норматив уборки снега – 6 часов, и это исключительно для равнины, и то после снегопада. В Сочи работы начались сразу. Эту задачу город, по оценке экспертов, выполнил на 5. Тем не менее, на периферии высокогорных районах работы продолжаются. При этом к территориям общего пользования, тротуарам, дворам, автобусным остановкам, за которые несут ответственность подрядной организации, много нареканий. По всей видимости, выигрывая торги и думая только о прибыли, они оказываются не в состоянии выполнить обещанную работу и убрать веренную территорию. Сколько метров вы на Красноармейской убрали? Была за главным архитектором. Сколько метров вы убрали? Неправда. Обе стороны убрали мы лично. Вы вообще там не были? Глаза на сугробы закрыли многие бизнесмены, не расчистили проходы к своим торговым точкам. Объекты бизнеса просто полностью самоустранились. Хочу вам напомнить, что в Краснодаре, в других территориях, в случае такой ситуации, мы просто к ней не привыкли. Все объекты бизнеса выходят и перед своими, значит, территориями зачищаются. У нас все объекты бизнеса почему-то этого не делают. Вот кто-то должен прийти и перед ними почистить тротуар. На исправление ситуации были брошены дополнительные силы. Всего на улицах Центрального и Хостинского района вчера работали более 1300 волонтеров. А вот подрядной организации ждет серьезная проверка. Решить же проблему уборки улиц в целом предлагается за счет создания муниципального предприятия «Чистый Сочи». Переформатировать эту работу, чтобы они были нашим МБУ, которая была бы вооружена техникой, людьми, чтобы в любой момент могли спросить. Вот то, что сейчас происходит, это просто издевательство над администрацией города, над людьми. Затронули на совещании и давние проблемы. Проведенный мониторинг показал наличие строительного мусора у контейнерных площадок. Некоторые сочинцы, делая ремонт или строя дома, из желания сэкономить, просто сбрасывают мешки на рабатки. Однако в тариф для жителей заложены только бытовые отходы, а для вывоза строительного мусора нужно обращаться в специализированные организации. Нарушители будут выявлять и штрафовать. Помочь в этом могут сами сочинцы. По всем фактам сброса строительного мусора надо обращаться к директору департамента городского хозяйства по телефону 8-918-377-64-65. Также на курорте продолжится мониторинг цен на сельскохозяйственных ярмарках. Именно они призваны сдерживать рост цен и быть достойной альтернативой рынкам. Их в городе 4. Они работают исключительно с пятницы по воскресенье и должны соблюдать установленные региональным комитетом цены. Что касается других площадок, которые действуют под видом ярмарки «Привоз», там обязаны соблюдать все нормы и требования, предъявляемые к рынкам. Это касается наличия лаборатории, санитарных правил и других норм. Этот вопрос глава Сочи взял под личный контроль. Галина Моисеева, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ.
К другим новостям. Началась выдача паспортов болельщика Кубка Конфедерации FIFA 2017. В Сочи свои персонифицированные карты сегодня получили первые 150 болельщиков. Инга Габешая с подробностями. Центры выдачи паспортов болельщика открылись во всех четырех городах, принимающих Кубок Конфедерации. Напомню, это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сегодня все эти центры притяжения футбольных болельщиков связал телемост. Первым обладателем заветного паспорта, так называемого «Фан-ID», стал москвич. В столице участие в церемонии торжественного вручения паспорта болельщика принял вице-премьер страны Виталий Мутко. Среди сочинцев первым осчастливили Владимира Кулакова. Персонифицированную карту ему вручил сын легендарного сочинского футболиста Сергей Славович Метревели. Билет на Кубок Конфедерации Владимиру подарили на день рождения еще в прошлом году, но только сейчас у него полный комплект для прохода на стадион «Фишт». Позвонили, сказали, вы первый в Сочи. Впечатление супер, настроение отличное, подняли его с утра. Я очень ждал этого события, и футбол занимаюсь, и люблю его с самого детства. Сергей Метревели, ставший послом Кубка Конфедерации от города Сочи, отмечает, отец был бы счастлив увидеть в своем городе такой футбольный праздник. Ведь знаменитый нападающий и дома всегда говорил о футболе. Самое главное то, что он говорил, это то, что была очень сплоченная и очень хорошо укомплектованная команда мастерами высочайшего класса. Вот поэтому и были успехи у нашей сборной. Паспорт болельщика сегодняшнего дня могут получить обладатели билета на Кубок Конфедерации по футболу 2017. «Фан-ID» – это в первую очередь безопасность самого болельщика. А еще персонифицированная карта решает сразу несколько задач и обеспечивает зрителя определенными привилегиями. Это и право безвизового въезда в Россию, и возможность бесплатно передвигаться по городу. И вообще, это определенный элемент сервиса, подчеркивает заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. Систему идентификации болельщиков еще не использовала ни одна страна мира. А вот для Олимпийской столицы такая схема не нова. Проработав период подготовки к Олимпийским играм, мы учли наши небольшие, может быть, и недостатки. И поэтому в этот раз все будет на высшем уровне. И мы сегодня видим, что в этом центре, в котором мы сейчас присутствуем, существует 37 рабочих мест. Соответственно, мы понимаем, что и очереди, возможно, у нас не будет. Комфортно будет получить паспорта болельщиков для каждого желающего, приехавшего как с другой стороны, с другого города, так и для жителей города Сочи. Процедура получения паспорта болельщика не занимает и 15 минут. Взамен же, говорят болельщики, целый день положительных эмоций на матче Кубка Конфедерации. И фан-ID карта здесь просто незаменима, в первую очередь для удобства. Мы же на Олимпиаде были, да, мы все знаем. Я уж про проезды не говорю, туда-сюда, все это везде входишь. В общем-то, не бывает лишних таких проверок, туда, все это очень удобно. Это праздник, люди просто не осознают. Это вообще, я же еще раз повторюсь, это не каждый вообще на земле везет просто, понимаете, в чем дело. Нам Сочи вообще повезло. Олимпиада, Кубок Конфедерации, чемпионат мира по футболу. Вот сейчас будет баскетбольный этот фестиваль. Это просто прелесть. Первый центр выдачи паспорта болельщика расположился в Море-Моле на Новой Заре. Такой же вскоре откроется в Олимпийском парке, в аэропорту, а еще в Краснодаре. К слову, «Фишт», как и болельщики, готов. Первые тестовые соревнования, матч «Россия-Бельгия» на стадионе пройдут 28 марта. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». А еще сегодня школы начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих и зарегистрированных на закрепленной территории, начинается 1 февраля и завершится не позднее 30 июня. Для граждан, не проживающих или не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Родители или законные представители детей для зачисления ребенка в первый класс должны предъявить оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, и документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Зачисление в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Прием в первые классы проводится без вступительных испытаний. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае, а также для решения иных спорных вопросов, необходимо обратиться в Управление по образованию и науке по адресу улица Юных Ленинцев, 5, кабинет 26 и 27. Также в городском управлении и территориальных отделах действует горячая линия. Номера вы видите на экране. Со всеми нормативными документами можно ознакомиться на сайте Управления по образованию и науке.
С 1 февраля, согласно вступившим в силу федеральным законам и постановлениям правительства, введены ряд изменений. Касаются они налогового и пенсионного законодательства, правил проведения госзакупок и оказания госуслуг, а также приватизации жилья. 28 февраля истекает срок бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда. Речи о продлении сроков бесплатного оформления права собственности на жилье пока не ведется. С сегодняшнего дня оформление и выдача загранпаспортов, а также выдача и замена паспортов гражданина России будут производиться в том числе в многофункциональных центрах. МФЦ теперь смогут выдавать и водительские удостоверения на право управления транспортными средствами. С 1 февраля в налоговых органах будет регистрироваться только контрольно-кассовая техника, которая обеспечивает передачу проводимых операций в электронной форме. А с 28 числа должна будет применяться новая форма налоговой декларации по транспортному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С февраля проиндексирована страховая часть пенсии. Рост выплат составит 5,4%, что соответствует индексу роста стоимости товаров и услуг для потребителей. Индексация пенсии в феврале 2017 года коснется граждан, достигших пенсионного возраста, имеющих инвалидность и несовершеннолетних детей по потере кормильца. Следующая индексация социальных пенсий запланирована на апрель этого года. Социальные выплаты также будут увеличены на реальный уровень инфляции. Увеличится и размер военных пенсий. Они рассчитываются по отдельной методике и учитывают размер денежного довольствия, наличие званий и продолжительность службы. Здесь индексирование составит 4%. И продолжаем. Уже 9-й год подряд казаки совместно с сочинскими пограничниками заступают на охрану российско-абхазского участка государственной границы. Ежегодно происходит пролонгация соглашения между погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю, кубанским казачьим войском и администрацией региона. Так, например, сегодня порядка 40 казаков участвуют в этой работе. Как проходит служба казаков на границе, расскажет Рената Шипулина. Приказываю выступить на охрану государственной границы Российской Федерации. Погранзастава в селе Веселое. Приказ на охрану границы. Вид пограничного наряда – дозор. Группа отправляется в устье реки Псоу. По этой водной артерии проходит государственная граница с Абхазией. В обход пограничники отправляются вместе с казаками. В таком составе они работают вместе уже 9-й год. Таково соглашение между краевым погрануправлением, кубанским казачьим войском и администрацией региона. Казаки – это все-таки местное население. Нам они оказывают существенную помощь. Несут службу непосредственно в пограничных нарядах, непосредственно на государственной границе. Ну и зачастую просто передают информацию об обнаружении лиц, которые, возможно, пытаются нарушить государственную границу, либо готовятся, покушаются на ее нарушение. Казаки вместе с пограничниками ведут контроль за въездом, временным пребыванием и передвижением людей и автомобилей на сухопутной границе. На морской проверяют береговую полосу, причалы, наблюдают за местами отдыха и рыболовства, за передвижением малых плавсредств. Работы всегда хватает. И также очень много помогаем в ремонте пограничных застав. В ремонте именно там, где поводки проходят, сносятся все пограничные сооружения. Мы приезжаем бригадами, начинаем все это работать, все делать. Полностью помогаем, как сколько надо, столько выполняем нашу задачу полностью. Всего на погранзаставах в Сочи несут службу порядка 40 казаков. Вообще, чтобы попасть в ряды защитников границы, они проходят особый отбор. Исаул Виктор Линшин из потомственных казаков. Бок о бок с пограничниками неприкосновенность родных рубежей защищает 2 года. Говорит, это особая честь. Ну, во-первых, работа это нужная. Почему? Потому что охрана границы – это первостатейной обязанности даже казака. Почему? Потому что времена Екатерины казаки всегда везде стояли на охране границы и рубежей России. Поэтому это нужная работа. В 2016 году в пограничной зоне выявили порядка 2500 нарушителей правил пограничного режима. Это вдвое больше, чем в 2015. Ну а пограничная зона в Сочи – это большая территория. Она включает часть Нижнешиловского сельского округа, а также южный склон хребта Аибга в районе Эстостатка ниже горнолыжных спусков. И для пребывания в пределах 5-километровой от границы полосы необходим специальный пропуск. Но и если жителей и гостей Сочи, которые знают это правило, будет больше, то и работы у защитников рубежей станет гораздо меньше. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. С 3 по 5 февраля в Сочи состоится первый городской фестиваль творчества, ландшафтного дизайна и флористики «Венчугов Фест». Он станет финальным аккордом открытого архитектурного конкурса на проект сквера имени Венчугова.
Фестиваль включает в себя научно-практическую конференцию по ландшафтному дизайну и малым архитектурным формам, заседание жюри и день открытых дверей Сочинского дома архитекторов, городской праздник и подведение итогов. И конкурсы фестиваль посвящены творчеству художника-дендролога Сергея Ильича Венчугова, лауреата государственной премии РСФСР по архитектуре за 1979 год, которого по праву считают создателем сочинского стиля озеленения. На фестивале с 3 по 5 февраля пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых, выставка цветочно-декоративной композиции. В третью годовщину старта Олимпийских игр в Сочи на курорт прибудут Жан-Клод Келли и Рене Фазель. 7 февраля почетный член МОК, который возглавлял координационную комиссию МОК по играм 2014 года, и президент Международной федерации хоккея посетят горнолыжный курорт «Роза Хутор», где на центральной площади планируется заложить их звезды. Гости также побывают в двух знаковых объектах курорта, которые появились в городе благодаря Олимпийским играм. Питомник переднеазиатских леопардов, а также образовательный центр «Сириус», где встретятся с детьми. В целом, 7 февраля в нашей стране отмечается День зимних видов спорта. По всей России в этот день пройдут соревнования, турниры и викторины. В Сочи 4 февраля в Ледовом дворце «Большой» состоятся открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку «Лед нашей надежды» в рамках открытых всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту. С 7 по 9 февраля в Ледовом дворце «Айсберг» пройдет открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек. 11 февраля в Эстасадке стартует традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России». Спортивно-развлекательную программу для жителей и гостей подготовили и горнолыжные курорты. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.